Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Кто постоянно смотрит мой канал, знает, что я купил квартиру в старинном доме, делаю ремонт, уже есть несколько видосов на канале. Сегодня новое дело, сегодня сарай. Вместе с квартирой мне достался сарай, сегодня вот только-только получил от него ключи. Вот там у меня квартира, а вот здесь сарай. Вот это помещение, видите, какой дом старинный. И можно посмотреть, что там внутри. Странно, что сарай в соседнем здании. Ну, как бы, почему бы нет? Не открывается. А, открывается. Это, что? Что же там? Ну что, беглый осмотр. Это мой вход. Соответственно, сарай на двоих, здесь деревянная стена. Так, друзья, давайте смотреть. Тут, кстати, когда-то электричество было. Есть выключатель. Потолки высоченные. 1,4 метра, наверное. Вон, кстати, изоляторы есть. И их немало. Изоляторы буду использовать в ремонте квартир. Это была внешняя проводка. Так, сарай на два хозяина. Видите, тут забор есть. Если был один, комната, конечно, огромная. О, лестница у меня. Замечательно. Есть старый. Тут, кстати, есть подвал. Под этим сараем еще есть 3-метровый подвал. Но я там никогда не был. Вот. Так. Давайте смотреть, что нам досталось. Вот такая антикварная штучка. О, тут какой-то барахло. Луч. Провода, вещь. Так, здесь что? Антикварный компьютер. Тут что у нас? Что-то упаковано. Набор стаканов. О, ничего себе! Посуда! Смотрите, друзья. Это запакованные стаканы советские. О, вот это да! Офигеть! И тут их много. Класс! Там какая-то посуда. Советская посуда, короче, целый ящик. Вот это вот что такое? Присвоение для перемотки пряжи. Вот это штуки у меня тут. А это термос. Какой-то термос еще. Тоже запакованный. Вот стаканы. Вот стаканы. Тут какая-то посуда. Класс. Ну, неплохо. Неплохо. Уже хорошо. Куча дров. Ну, есть, кстати, неплохие доски. Есть неплохие. Здесь что такое? Ага, здесь снова антикварная мебель. Смотрите, друзья. О. Прям красивенько. Вот в ней пусто. Хоть современный утеплитель. Технониколь. Снова дрова. Короче, тут надо разбираться, на самом деле, друзья. Вот что надо делать. Тут куча дров. Это прям вот, мне кажется, мусор. Вот какая-то интересная штука. Так, полезли вглубь. Угу. Тут какие-то тоже стройматериалы. Опа, не разбиться бы. Ух, а это что такое? Смотрите. Что это? А, это петли старинные. Смотрите, прикольно. Это петли кованые. Очуметь. Круто. Так, вот это, видите, вот. Это низ какого-то тоже старого шкафа. Скорее всего. Значит, залезь бы сюда. Тут завален за... О, бутыль. Бутыль огромная. Короче, тут и старина, и советские вещи какие-то в этом сарае. Надо все разбираться. Прикольно, конечно, что мы все хозяева оставили. Так, что здесь? Зубной порошок. Зубной порошок особый. Зубной порошок детский. Класс. У кого такой был? Пишите в комментариях. Надо копаться и копаться. Это тоже. А, что здесь? Что здесь? Много бумаг. 5 дрова. Какие-то канистры. И там, видимо, есть какая-то старинная мебель. Да? Полочки,
О, видали, как бидон. Так, там стулья вижу. Может, вообще какие-то старинные иконы можно найти. Кто знает вообще, что здесь есть. Мебель, мебель, мебель. А, это шифонер. Это шифонер, да? А это вот какой-то типа бра. Там окошко. Лыжи. О, лыжи у меня есть теперь. Первичный осмотр показал, что тут много всего интересного. Надо будет разбираться. Надо будет разбираться, смотреть. Вот такой у меня сарай теперь есть. С горой хлама. Вот. Буду потихоньку разбирать. Естественно, все, что интересного буду находить, буду показывать вам. Возможно, сделаю одну большую серию разбора. Не знаю, пока вот так, пока есть место хотя бы, где складывать вещи на время ремонта. Ну и если найти клад, то его где-то здесь. Опять же, там подвал трехметровый, может быть, там что-то хорошее. Миклух Макфлай, подписывайтесь, здесь интересно. Ставьте лайки, пока-пока.